Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников Эмиура Сёэн. Большие снежинки. 1944 год. Шелк, краски, панно 59/71. У Эмиура Сёэн это первая женщина-художник в истории современной Японии. Она обратилась к жанру бидзинга, изображение красавицы. Традиционное представление о женской красоте в Японии, как известно, включало светлую кожу, густые волосы, изысканную одежду, состоящую из несколько надетых друг на друга кимоно, цвет и рисунок которых подбирался в соответствии с сезоном, обстоятельствами, настроением и мог заключать зашифрованное в символике изображение послания. Все это в знаменитых на весь мир гравюрах Китагавы Утамара, Тори Кёнаги и многих других мастеров, изображавших, как правило, знаменитых куртизанок. Жанр бидзинга. Художница была также внимательна и к составляющим красоты, порой не только тщательно прописывая рисунок кимоно своей героини, но и включая натуральные ткани с теми же рисунками в оформлении свитка. К чему или к кому относится название данной композиции? К медленно падающим хлопьям снега или к таким хрупким красавицам с набеленными лицами, приучившими себя к плавным, изысканным движениям, тщетно защищающимся большими бумажными зонтами? Но это надо решать зрителю. Сёэн еще раз подчеркивает совершенство этой своеобразной, искусственно культивируемой, утонченно-женственной красоты, написав свою работу в самый разгар Второй мировой войны. Вот такое описание к работе «Большие снежинки», автор Оэмура Сёэн, 1944 год, шел к краске, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Красивая картина.